Привет, мои хорошие. Заказал. Привет, мои хорошие субаристы. Все субаристы друзья друг другу. Короче, заказал Сикин набор для ремкомплект для суппорта. Выбирал по каталогу для турбового BG5. Потому что я, короче, заказал себе ступицы в сборе. Там у меня на канале есть, короче, видео. Кому надо, тот посмотрит. Ступицы в сборе обошлись все 4 за 7200. С тормозными дисками, с суппортами. Передние двухпоршневые суппорта на 276. И задние вентилируемые тоже мощные суппорта от турбового БГ. Я маленько простыл. Но это не суть. Короче, отъездил маленько. Хоп, греется одно колесо. Греется очень сильно, аж до посинения почти. Но я вот разобрал. Смотрю, один поршенек подклинил. Хотя муха не сидела. Состояние вообще идеальнейшее. Везде смазочка. Все, нигде ничего не заклинившее. Эти скобы вручную пальчиками двигаешь. Плавает все. Ну, блин, все равно профилактику, как говорится, надо делать. Похоже, получается, всегда надо делать профилактику. Вот один, который живой поршенек вытащил. Маленько крутить пришлось. Просто так не хотел вылазить. И что? Короче, я заказал вот такие вот. Смотрел по каталогу, бьется. Вот тут цифра 20. Но он стоит что-то 1200, что ли. А этот стоит 500 рублей. По каталогу 10. Ну, я подумал, думаю. Посмотрел, пошарился на других сайтах. Типа это на одну сторону комплект. Ладно. Думаю, закажу за 500 рублей. Посмотрю, что будет. Приходит вот такой. Я смотрю, блин, а здесь у него две стороны. Думаю, интересно. Получается, что если это оно, то это классно. За 500 рублей на две стороны купить. Это вообще. Сейчас посмотрим, что тут у нас входит в комплект. Дофига тут всего. Так, первым делом смотрим, что за Сикин. Потому что вот эта цифира другая. Вот этот Сикин как раз, по-моему, вот этот номер на две стороны. А вот этот номер это на одну сторону. Потому что эти черти, похоже, положили другое. Именно положили на две стороны. Но это мое предположение. Я не говорю, что это так истина. Так, смотрим. Я ранее уже заказывал для задних суппортов ремкомплект. Установил. Все очень классно. Смотрите здесь, сколько смазки. Вот эта красная смазка идет для поршней. То есть надо мазать поршень и манжету под поршнем. Вот это все должно быть намазано именно красной смазкой. Не знаю, зачем столько много ее идет. Вообще обалдеть. Белая смазка. Это для пальцев, направляющие пальцы. Вот эти вот. Суппорт 5 килограмм весит, обалдеть. Это без скобы, просто один суппорт. Кстати, обнаружил чудесное свойство. Мои старые суппорта, вот я сейчас на одну сторону поставил свой старый, однопоршневой, у которого один поршень, вот такой вот. И он подошел, хотя он был от 248 диаметр диска. А он встал, как родной, на вот этот, на 276 диски. Вот как Subaru делает. Это я к тому, что от взаимозаменяемости. Так что вот эти вот беленькая смазка, это вот сюда вот мазать. И вот сюда. Смотрим дальше. Пленка кончилась. Придется из двух видео клеить одно. Натянул манжетку на поршень. Все, как родное. Как же приятно. Хорошие резиночки брать.
Это все. По-моему, Сикин это хорошие японские дубликаты. Здесь вот даже написано размер в дюймах 1,16. Это размер, наверное, поршня вот этого. А на однопоршневой суппорт я когда-то 10 лет назад брал ремкомплект от Газели, потому что он подходит по диаметру на субаровский однопоршневой. Вот кому надо будет искать и срочно не будет возможности взять вот такой вот Сикин ремкомплект, ищите от Газели. У них диаметр одинаковый. А этот что-то, блин, болтается. Вот это мне не нравится. Короче, соберу, потом уже скажу, оно не оно, а то вдруг я не то купил. Чё-то слишком с зазорчиком. Или он так и должен? Не, я не думаю, что они должны отличаться. Надо посмотреть, сколько вот это 1,16 в миллиметрах. Померить штангой. Ну ладно, всем пока. До новых встреч в эфире. Короче, посмотрел я, сколько надпись означает. Вот это 1,11 дюйма. Вот я перевел в сантиметры. Это 4,286. Почти что 4,3 сантима. Вот берем самый точный инструмент. Пока у меня ничего точнее нету. Вот смотрим на глаз. 4 и почти что до троечки не дотягивает. 4,3. Почти. 4,2. Короче, 4,2 поршень. Должно быть оно. Короче, показываю, как покупал. Смотрите. Посмотрел я по каталогу, что мне нужно. Короче, Subaru. Вот этот вот номер, допустим. Вот этот. И это ремкомплект передних суппортов для турбового БГ. Двухпоршневые суппорта. Он мне выдает всякие дубликаты. В том числе вот такой номер выдает. Сикин 26-10-296. И Сикин 26-20-296. Я посмотрел в интернете, что вот это 20 это на две стороны. 10 это на одну сторону. Соответственно, стоит этот 500 рублей, этот 1500. Я подумал, ну какой смысл платить 1500, когда можно за 500 взять два, даже два набора взять, и то будет дешевле. Ладно, заказываю, значит, вот этот 10-296. Вот он пришел. 10-296. Внутри лежит бумажка, что это А-296П. Смотрим. А-296П стоит 2600. 2,5. Прикиньте. Вот это да. Как купить вот это в 3 раза дешевле, даже больше, за 500 рублей? Это 2,5, а это я за 500, вот за эту сумму взял. Вот и думайте. Вот номер оригинальный. Всем пока.